На недавних стримах меня просили сделать топы по мете на этот сезон. Прошел почти месяц с его начала, так что выводы кое-какие делать можно. Сегодня поговорим о самом популярном и полезном оружии в ПВЕ на сезон исчезновения. Но сначала несколько важных замечаний, без которых не обойтись. Первое. В отличие от аналогичного ролика в прошлом сезоне, я решил чуть изменить формат. Потому что список, который я составил на сегодня, оказался не таким последовательным, чтобы назвать это топ-10. Это скорее копание в моем инвентаре, и я расскажу, какое оружие я сам использую, почему оно необходимо, как оно оказалось в мете и так далее. Может, в будущем я буду совершенствовать этот формат, что у меня в сумочке. Но список составлен не только на основании моих предпочтений, но и с учетом статистики по популярности оружия. Все названное оружие поможет тебе быть эффективным в команде, наносить хороший урон по боссам, чистить трэш быстрее всех и так далее. Но если твои вкусы очень специфичны и ты любишь играть с каким-нибудь цербером и луком ему в пару, то пожалуйста. Пожалуйста, не попадайся мне в рандомную команду. Второе. Мое прошлое видео по мете, это не совсем уж стало бесполезным. Часть пушек перестала быть остро необходимой, но некоторые же, наоборот, мало того, что актуальны и сегодня, так еще и сильнее прежнего стали. Так что о них я упомяну, но не буду говорить в этом ролике слишком много, чтобы не повторяться. Будут часто отсылаться на то видео, так что за подробной инфой о них посмотри и его. Итак, начинаем. Главное оружие сезона для тебя – плазменная винтовка. Если очень грубо, то любая. Если рекомендовать какую-то конкретную, то я бы назвал «Хладнокровие пустоты», которую можно получить по квесту оружейника из сезона Сплайсер, ну или «Декартовые координаты», которая падает из любых анграмм и просто так с мобов. Обе на скорострельной раме, и по этой причине они наиболее интересны в ПВЕ с учетом недавнего ребаланса. Почему плазменки стали главными? Ну, вот все из-за этого мода в артефакте – деконструкция частиц. Подробнее о том, как он помогает твоей команде плавить боссов на любой активности, я рассказывал в отдельном ролике. Но если кратко, то плазмой вы можете вешать и дебаф, ослабляющий сильного противника, и ей же наносить урон. Вообще, сложно тут себя ограничить в комментариях, и я бы мог сделать отдельный ролик по плазменным винтовкам в целом, разобрать все актуальные, рассказать о рекомендациях по ним. Напишите в комментариях, если такое видео было бы интересно. И если «Хладнокровие пустоты» идет с фиксированным набором перков, то на декартовые координаты я бы советовал обязательно искать микроколлиматор, жидкостные катушки под давлением и стрижающее оружие. Еще одно оружие, случайным образом падающее из инграмм, которое я не могу не назвать – гранатомет, глаголящий истину. Я влюбился в него еще в том сезоне, когда наконец выбил его с перком ослепляющие гранаты и автоподзарядкой. Теперь на сложных активностях типа Грандмастера без него я себя не представляю. Хоть и, скорее всего, придется часто менять его на плазменку в этот раз. Так или иначе, этот греник с правильными перками способен значительно упростить ваше прохождение сложной активности. И мобов почистит мелких, и ослепит на довольно большом окружении всех врагов, что здорово повысит вашу выживаемость. И зачастую просто я спамил гранаты из него во все стороны, пока мои тиммейты зачищали остатки врагов, тем самым защищая их от атак противников. Кстати, не забывайте и про гранатомет в первый слот, код зажигания, который можно выбить в активностях сезона Сплайсер или из фокусированных энграмм того сезона. Про него я тоже говорил как раз в прошлом видео, так что повторяться не буду. Знаю, что многие новые игроки любят автоматы. И хотя бы один я назвать просто обязан. Например, автомат из подземелья «Откровение. Последний вздох». Я на ролике про оружие 9 уже рассказывал о нем, и хоть там не особо нахваливал, должен признать, что на данный момент это один из самых интересных в рамках сезона автоматов. Во-первых, какой-то хороший автомат тебе в любом случае нужен, потому что лишь на этом типе оружия в этом сезоне можно установить антибарьерные патроны. Во-вторых, он кинетический, в первый слот, а значит, он как раз оставляет больше места для маневра по выбору оружия во второй, где важнее поставить ту же плазменную винтовку, о которых я говорил ранее. Я предполагаю, что когда откроется Грандмастер налеты, я именно его и возьму в качестве основного оружия, потому что… Ну а что еще, когда экзот-слот будет занят 1000 голосов?
Не стоит забывать, что в этом сезоне бафнули в ПВЕ винтовки разведчика и револьверы. О том, что их изменение крайне необходимо, я даже делал отдельное видео и рад, что Bungie считали этот вопрос. Он был важен для многих. Так что если вы сформили неплохой дозор или вершитель рока, и они валялись у вас без дела, то настало время их доставать из хранилища. Что касается винтовок разведчика, я чаще всего пользуюсь дозором или присяжными в тупике. Первая падает из энграм, а вторая должна будет в скором времени снова начать падать из сумрачного налета. В принципе, из рекомендаций по перкам то, что вы видите у меня. Можно вот это и примечать для себя. Фугасные снаряды вообще обязательный перк для скаутки или револьвера под ПВЕ. Так что он же есть у меня и на вершителе рока, револьвере из рейда Хрустальный чертог, о котором я тоже уже делал и отдельный минутный ролик, и в прошлом топе оружия называл. Правда, вот еще одна новая легендарная винтовка разведчика, о которой я хотел бы рассказать отдельно. Слуга народа. Она может упасть тебе по окончанию матчей в гамбите. Крайне любопытная винтовка. Она хоть и не заменяет какую-нибудь присяжной в тупике или тот же дозор, но вот в своей родной активности в гамбите работает вполне себе неплохо. Меня множество раз вырубали с нее в качестве инвейдера, после чего я сам сформил хороший ролл и уже сам настреливал по врагам. Конечно, обидно, что на винтовке разведчика нет модов против воителей, что делает их бесполезными в сложных активностях. Однако баф урона никуда по окончании сезона не денется, а значит, что любая винтовка, которую ты сформишь сегодня, может пригодиться тебе завтра. Так что смело рекомендую «Слугу народа», из перков интересных там есть довольно много всего, я бы советовал связку в последних двух столбцах «Изгой» или «Быстрый удар» плюс любой перк на урон, тут есть и «Безумие», и «Киллерский магазин», и «Полоса удач». На ближнюю дистанцию я обожаю брать один из двух пистолетов-пулеметов. Гнев Шаюры из испытания Сириса или превосходное исполнение, в зависимости от того, какой слот надо занять. Про превосходное исполнение я говорил в том видео с метой, так что давайте сфокусируемся на Шаюре. Этот пистолет-пулемет падает в Осирисе из энграм за ранги. С новой системой наград вам не нужна ни серия из побед, ни тонна жетонов накопленных. Просто играйте в испытания Сириса, качайте ранг и открывайте энграммы. А после того, как вам упадет хоть одна Шаюра, вы можете менять энграммы с рандомным лутом на эту ппшку и ролить ее уже с нужными перками. Нужные перки в этом случае, на мой взгляд, это зауженный ствол, расширенный магазин, быстрое извлечение и киллерский магазин. Офигенная ппшка. А еще, если сможете 7-0 закрыть, есть шанс полутать ее в адепт версии. Если интересно, гляньте отдельное видео про эту пушку у меня на канале. Отдельно назову экзоты. Мифоборец вексов, горстка пепла и 1000 голосов. Первые и последние падают в рейдах, а горстку пепла можно получить из киоска угасшего света. Эти три экзота я использую чаще других, так что как только у вас появится возможность пойти с кем-нибудь в рейд, обязательно пользуйтесь шансом и надейтесь, что упадет нужный экзот. Особенно это касается 1000 голосов из рейда «Последнее желание». Да, не все хотят ходить в рейды, но поверьте, в этом сезоне, если и начинать рейдить, то как минимум ради этого экзота. Косарь, как ее называют игроки, поможет тебе наносить лучший урон по боссам в сложных активностях. Ее можно зачастую заменить усыпляющим симулянтом, например, но с ним справиться будет сложнее, там есть всякие «но». В общем, как-то так. Немного, может, сумбурно выглядел видос, но уж больно мне не хотелось использовать формат «первое место», «второе место», поскольку всегда полезнее и понятнее, когда просто рассказываешь, чем пользуешься сам и почему. Так что если такая форма вам нравится, пожалуйста, проголосуйте лайком и напишите, что еще вам бы интересно было увидеть в подобных разборах. Броня, мои моды, мои экзоты, хранилище, да что угодно. Уж такого рода контент генерировать можно свободно, и он всегда будет полезным для тех, кто только начал играть, или кому просто любопытно взглянуть, что там у Джонни в инвентаре. Спасибо за просмотр, отдельное спасибо моим подписчикам-спонсорам, кстати, если вы не знали, у меня открыт для спонсоров клан и заведен специальный чат, так что всех заинтересованных приглашаем. Подробности по ссылке в описании, ну или просто напишите мне в личку в Дискорде. До связи!